Хаир Лирте, с добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня 2 февраля, среда. Уважаемые телезрители, как мы вам уже сообщали, в колхозах и совхозах района прошла взаимопроверка хода зимовки скота. Наша съемочная группа также участвовала в этом мероприятии. Сегодня вашему вниманию предлагаем наши видеосюжеты. 19 января мы побывали в колхозах Урал, Худобедино и Парижской коммуны. Перед вами вы видите сейчас выступление председателя колхоза Урал Ильдуса Кашапова. Животноводы один за другим высказывали свои мнения по итогам минувшего года по ходу текущей зимовки скота, задавали вопросы, отвечали в свою очередь. Порадовала гостей чистота ферм, образцовый порядок, уют. Несмотря на все трудности, в колхозах и совхозах района продолжается строительство животноводческих объектов. Вот сейчас мы находимся в новом коровнике колхоза имени Худайбердина. Буквально
тамагына бир умтулуш. Мына мен кетем, яшларга ниндей рахат. Мына шулай иттирип, алгы күндө яшлар булсам, ябышып ятырым. Бир да улмай, мына 39 жыл, 40 жылга тутургатты. 55-тен миндим яшта хазыр итип да йөрмәй. Мына мен кар койтасы да килмәй. Әйтәдер үземә карата эшен урмасмы дип. Тагыны бузын күрергә килдем, вот лишна. Рәхмәт ишәне шәгез, бүтүнегез сау сәламәт булып кайгысыз. Барыбызга да урнак булып, юл күрсәтеп барышы булсын дип әйтәбез. Рәхмәт, Бинек шапына таза булыгыз, исән-сау булыгыз. Не очень хорошие впечатления оставили посещение ферм колхоза Парижской коммуны. Сегодня по колхозу от коровы животноводы получают менее 4 килограммов молока, почти на килограмм меньше прошлогоднего уровня. Разве нет хороших результатов, то и заработная плата невысокая. Недочеты и недостатки в работе животноводов кроются и в нехватке рабочих рук. На каждую дойку приходится по 45-47 коров. Бошак куябыз ки, салам кертіп куябыз, не мұнашында мұна бұшкаларға. Жебетіп куябыз болған концентратыны. 2 кило ярым. Бошқа билдік әліге шарбаға, 3 килоға жеткердік енді. Сіретіне шулай келіп шыға. Абитқа жылыс куябыз 15 кило есебінден. Кеш тағын мұнашы жебетіп куйған. Неше кетей бағашыққа білен енді, бошақ етіп куябыз енді. Нықлы 3 мәртебе ошатабыз. Ну, соланны, шул 7-8 кило, дан боша 10 кило шап инде, ошаган группаларга көбрөк солабыз. Күп моша инде, пастилка солмайбыз инде. Аңа да солсак соланны жеткирип кылмай, ошауны караганда пастилга солан көбрөк кете. Анан соң күбүсен жаш бошмакларга алыштырдык быйыл. Мене алар да соң апалы. Шул себепле мене бу жанвар айында бик эс сүт сабабыз инде. Ну, күлүшөк тәүмит бар биздин. Шунысын әйтіп кетерге керек іптешер, біздің мұнда дояркаларға нагрузка көбірек түсе енді. 47-48 сиырдан кәміне кіші жоқ, бұл деген рейматны көріп бабышмақлары деп әйләп енді. Міне шулай түсе, міне шында 8 доярка шылайбыз. Бүтінісі 10-ауыз, 2 сменшігіміз бар енді, 4 дояркаға 1 сменшік бар. Ешер жатабыз мұнда. Ала іптешлерінің ішшілерге дәртлері бар, Үзімізге бірген квартальный планымыз үйтеп шағырға тұршабыз енді. Мына феврал-март ойларында сүт келешек десін. Біз оуда болашақ. Ауырырық қыла келе енді мына дояркаларына тауап жеткіріп болмай. Көп нагрузка дояркаларға. Ұқытны да беріп жеткіріп болмай енді. Рішін өнеме дайынды, не үшін жетмей кіші? Кішірге келмейлер мұй, жоқ мұ кіші? Ну, келерде кіші де жоқ. Килер дәй кірсе дәй, оғаның келмегәні, мен қазір ебешаның тағы алып келіп болмай. Мұна біз болдық бөтенде Қызылжарда. Не бұл көрдім, мен де тыңлап тұрдым ұнда? Қызылжарда келген келіндерге іш жоқ дейдер, әй? Анда қайыз сиыр көрмесе сұрап тұр олар бітер. Қызылжар тұржы бет, сіздің ауылдан зұр ауылды көрінде. Мұнда Рашинам менімше барды, фирмаға кіші келерге қазір көп жүрді. Келерге ашырып та тұрады. Сын бұл ғашта біздің ешлер Мына мен нектан керек кеше бітіп қалды дейді. Мына сонда аяқлары бар. Мына сонда аяқлары бар, ана мына біздің де. Нектаниктер бүгін кстати мен бір кімді де ішке алмайлар мына. Бензин, например, ішке алай екен мен. Менің бір сағасы деп ала мына. Мына жылға неше дәр кірсе мына фирмада мына. Мына сонда ғана. Дүртеу, дүртеу. Шуларны мына көп мысалған білесің бе? Һәр бірсі не? Тишіне қода көп мысалғандар һәр бір дәр. Бар, бар. Неше бір шана шулай квадрат кена бар. Бұл балығы саусақ біздің бәрді алдыңғы енді не арайында. Балығы бәрді алдыңғы арайында, балығы бәрді алдыңғы. 1600 бар, 1700, 1800 бар шолар арасында бар. 2700 екесі бар мұнда арасында.
зарплата хорошо. Если валовый надо уезжать кубикен, значит зарплата с нечерящей гайна меня. Раз кубикен, куп товар отцели. Куп мол должен, да. Октябрь, да, сентябрь, да. Брат, куркма, куркма, айтан, айтан, куза. Аз, да, тебе зинты куп ата. Зарплата аз, тебе. Ё, бля, кумнеке 900 дюсес, шул ипташ айтсен аны куп ме? Албюрай. Сыз куп шарты, 63 мун алдым, анан кара 2 мун. Бой, ну, сында мен сейлар, зулымарда 31 мун шарттанан келет. Әткей өліп, құш елдағы үзінді менен. Құң ауысыз дүрмін шықты құшы. Бұ, декабр қабылан мен? Ноябр қамын? Декабр. Ноябр қамын? Ноябр қамын? Ноябр қамын? 60 мүшін мүмін қойсай дейді. 60 мүшін мүмін? Сентябр. 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 Koydan kulağın ile, kulağın birinde kulağın. Siz de iki litre sağolunuz için. Dört mesele, ez bir tümle şu. Zat firma, zat tekniği. Pravka sıkmadı, aslanım. Sana seyirler koşulmadı. Ama hala dikkat abi ayetip gitti, üç grupa meyveylerdi, boşuna. Bizim pravka kozu, buraya ona durup ile 50 parasını boşuna koydardı. Bu bir yorup geldi. Ana şuan farkı ettik, zor ettik, zor ettik. Белерге тұру келдейінде, сыйырдан сұқартмады. Әлі де сыйырдан сұқартылды, шайымадан біздің келешектерін өміт бұрмай шағы. Бұлай етіп, 50 парасын тосып келдіңе шөзі үліп тұрасынды. Бұл жағаттықтың шығы нормал бен шалай тұрып келмей. Ең көбі 25 тұрасын бүтінде. Оңа біздің сүт бүтті бұл. Бен неге ол етіп? Не хорошо бен? 2 литр деп әйтіп тұрға ұялып. Занимет сектарыз. Нечасыз, ашанасыз, ашлейсіз. Но ипташлар, мына шушу упущенилар, бар да біздің упущенилар бит. Бұзау башмақларына көп пайдаласыз, хорошо, ну алар бит қазір бұзауларға тиешлері. Алар бит октябр, ноябр, декабр бұзаулар бітірге тиешлері. Бұл шырда алар уже сауларға тиешлері. Аларның сіздің әлі ортысы да бұзауламаған. Былтыр аларыны қаплатуға, значит, ортыда қалған сіз. Келесі жылға мына уже Январ, азағында, февральда аларына қоплатыға керек. Келесі жылға ұстап октябрьде алардан бұза алу үшін. Группа бар, 52 орсында. Бар дасы, мына шыны контрольге алуға керек. Даже жоқ мен, дұрысын әйткен. Барлығым бар екен, білем мен бірінші келмейім. Давайте, әлі ұры январға кірді әшкере бет. Неге кірді біз, калияға. Упущенилар көп болды, конечно. Әгер де, даяркалар 100 мың алса бүгін, мына мындағы 8-9 даярка. Ауылда яқы қонапаларда әшке келесек. Пресина шында, мұнда үлкен түн үшіреттарында 30 мүнге әшілесе, бір кімді келмеймін дәшке. Дұрыс? 100 мүн, 150 мүн алып үшілесе дайырка. Дегенде ауылда яқы қонапаларда келе әшке мұнда. Әйенер сай жетмей ептешлеріміз, давайте әшіне ұрдақтым әрізбол. На Новоалдарской ферме дела обстоят несколько лучше. Здесь и нагрузка на доярок поменьше. В каждой группе насчитывается по 23 коровы. Порадовала гостей работа Муслима и Лизы Латыповых. Трудятся они в телятнике профилактории. Порядок помещений, где содержится около 80 телят, образцовый. Соблюдается он неукоснительно. Рахмәт бик зур. Вот так встретили гостей в Айдинском совхозе. Директор совхоза Индзиль Гафурович ознакомил гостей о ходе зимовки скота. Шумакура полностью комплекс тапшырылмады. Бүгін аның кармацахы йок, санпропуснигы йок. Мынашы нейде болырға тиеші санпропусник. Шуңа көрә бүгін біз яшәйбіз шушы бөлмәләрдә инде ул, бөлмәләре күп аның. Үзебез дә аңлап бетермәйбез нимәгә бу бөлмәләрнең кирәклеген инде ул. Менә шушы фермада безнең икенче хатын-кызлар представители за фирма эшләй инде ул.
Правда, әлі көптен түгілгіне аны қойдық. Бір елда болмады әлі аны қойғанға. Бүгін күнді әлбәтті ферма қалеки фотошеп қына әшілей. Сыйырлар жетмей әлбәтті. Икінші корпус біздің пашти полупустой. Полупустой шыңа икінші корпуста суық өзегіз кіргәшті көрісіз енді ол. Байылқыларда тұңға қошапта ұлаққа да салып ішер әбіздің суық күнлеріні. Бүгін күнді ферма 5-2 килограмм сүт суы әрбір сыйырға. 170 сыйыр бар, шының где-то 120-сі саудыра бүгін күнді. Но мына десетіне мына жасы семинар дегеш күн сайын орта сүт, күн сайын орта. Видимо, бұл семинарларына ой сайын жасарға керектір енді ол. Мына буйскиларда тоже шындай оқ ней, мәне не айттылар бет енді ол. Шоңаны башта мыннан башлап кетербіз де, телятник білен тәмамларбыз енді. Значит, мында кіргәшті біздің красный уголок, мынсы қызлардың шешіне тұрған бөлмесі. Но біздің скотниклар, как обычно, неше келгеннен солай байдып кетелер енді. Галстук білен келсендер де шешініп тұрмайлар енді ол. Шоңай әкерең ғана мыннан кіріп кетейік. Айтайлар, что ваяда зарплата көп даяркаларың дейді. Ол зарплата нәрседен қызлар? Мына, конечно, біз зорланабыз, условия юк, фәлән юк деп енді ол. Мына вәрештә прекрасный молокопроводыбыз бар ие. Шуны бетердегез, специально өзегез. Аны директор да бетермады, затехник да бетермады енді. Бүгін күнде біздің мында төтеу, конечно, молокопровод ішлей, құрғаннан башлап, әлі бірін дипломкасы юк, ней юк. Ну, профилактика өткәріп тұрабыз енді. Бүгін біздің қызлар сауа 50 сыйыр. Сіз сауасыз 25 сыйыр. Мына шуннан келіп шыға ол біздің повышенный зарплата. Бүгін, конечно, қызлар біздің сүт сауалар 11 әләр. Қолған ішлеріні біздің скотниклар ішлей. Полностью ошарға кірте, улақларға сала, қызлар 10 сала, и сыйыр сала, 50 сыйыр салалар, молока провод білен. И мында, конечно, чисталық яғынан да ебет, біріншіден. Екінші яқтан овына сөртіне ведере күндері бермейлер. И бір нинди ығызығы жоқ. Ығызығы бұлар ел, конечно, егер де, значит, 25 сан сайын бөліп берсе, значит, бір неге отсыққа бір даярка. Бір счетчикке бір даярка. Полностью молокопровод, мында вакуумная система, енді ол суырып жуала, мында тула, сүт автоматически, мына өзенің уровеніне жеткеш, бұл общий емкісқа құйыла енді. Бұл емкісқа жай күндерінде біз охлаждайтамыз, су білән енді. Бұл екі қалтылы шіленген ол, екі қалтылы. Сонан соң кәшей тіптігінде неге сестернаға тұрдырамыз. Сегодня у нас в гостях главный зоотехник управления сельского хозяйства и продовольствия Митхат Зиевич Суфьяров. Митхат Зиевич, вот последние дни в нашем районе в колхозах и совхозах прошла взаимопроверка хода зимовки скота. С чем это было связано? Я, наверное, сначала коснусь, как мы завершили прошлый год. Животновода района довольно-таки успешно завершили прошлый 1993 год. Выполнены все планы обязательной поставки животноводческих продуктов государству, мяса, молока. С одной коробы было надоено по 2280 килограммов молока, или это на целых 44 килограмма больше, чем в 1992 году. Также передовые хозяйства, фермы надоели более 3000 килограммов молока свыше 60 доярок. Среди них передовые доярки из колхоза «Победа», Садиева Нина, Петрова Нина, которые надоели более 4000 килограммов молока. Среди молочно-товарных ферм Шудекские и Можгинские фермы колхоза «Победа», надоевшие по 3773-3430 килограммов. Тавовская ферма колхоза имени Худайбердина, Староартовская ферма колхоза имени Чапаева тоже надоели более 3000
тысяч килограммов молока от каждой коровы. Среди операторов машинного доения нужно отметить доярки колхоза Парижский коммуна, оператора машинного доения, колхоза Ленин-Дюлы, тоже на установках, доильных установках надоили за год около 1000 сетнеров молока каждая. На эту зимовку, предстоящую зимовку, с осени было заготовлено в достаточном количестве кормов по 23 сетнера кормовых единиц на условную голову, в достаточном количестве грубых и сочных кормов, с учетом комбикормов на 100% потребности было выделено концентрированных кормов. Ну, вот начало Нового года, темпы с началом Нового года многих, некоторых хозяйствах неудовлетворительные пошли. То есть надои молока отстают прошлогоднего уровня. Такие фермы колхозов «Урожай», имени Чапаева, Буйского совхоза, ряд других. Для того, чтобы с началом года устранить такие недостатки, была задумана организация вот взаимопроверок среди ферм района между соревнующимися колхозами. Вот в течение двух недель прошли эти проверки. И надо сказать, дали эти проверки очень положительные результаты. Очень хорошо подготовились и подняли продуктивность дойных коров колхоза имени Худайбердина, колхоза Урал, колхоз Заря, Воядинский совхоз. Но, однако, надо отметить, в некоторых хозяйствах все еще уровень производства молока все еще остается низким. Таким колхозам надо отнести колхоз «Авангард», некоторые фермы Буйского совхоза. Но мы надеемся, эти фермы, коллективы этих ферм примет должное внимание и улучшит, поправит положение. Заметили, что в некоторых колхозах, совхозах, вот как объявили проверку, вот о будущей взаимопроверке, намного увеличились надои молока. Все-таки с чем это связано? Это в основном связано... Кадры решают все. Животноводы поняли важность такого дела. На этот, на 94-й год у нас план обязательной поставки и по мясу, и по молоку намного увеличено. Мы можем успешно решить эти задачи только при умелом организации производства продуктов с начала года. В этом году надо будет и заниматься заготовкой излишков продуктов и у населения летние месяцы. И вот с первых дней года надо во всех фермах увеличить продуктивность на 15-18% к уровню прошлого года. Без этого мы эти планы не преодолеем. Это вот дела селекционной работы в колхозах, совхозах. Надо сказать, этот вопрос у нас во многих хозяйствах хромает на обе ноги. Например, в колхозах имени Энгельса, колхозах «Мир», «Авангард» показали, проверки показали. На эти вопросы, вопросам племенного дела, особенно на воспроизводство стада, уделяется недостаточное внимание. И вследствие чего мало получается телят. Из-за этого основная причина – на сегодня эти хозяйства отстают по производству молока. Поэтому уже с начала года этим хозяйствам надо плотно заниматься племенным делом и воспроизводством стада. А специалистов хватает именно по этому делу? Ну, именно вопрос в этом и
касается кадров, решаете все, вот в этих хозяйствах нет даже зоотехника, не говоря уже селекционеров. Нет техников-ассиминаторов, пункты не работают в этих колхозах. Колхозы урожай, Энгельса, вообще бездействие сегодня пункта. То есть воспроизводство стада, вопросы воспроизводства пущены на самотек. Митхадзеевич, вот мы тоже вместе с вами побывали на этих взаимопроверках. Мы видели, если за неделю некоторые хозяйства увеличили надое молока на килограмм, даже свыше, чем килограмм, значит, есть резервы и возможности в этом году тоже, значит, выполнить эти планы, которые вот ставятся на 94-й год, выполнить и, наверное, даже выполнить, и выйти на уровень 90-х годов. Как вы считаете, есть такая возможность? Да, вполне есть. Все возможности есть. Я, как уже говорил, корма заготовлена достаточно, поголовье имеется, кадрами ферма в основном комплектована. Вот эта проверка показали. В целом по району за этот 10 дней мы подняли продуктивность коров на целых 1,5 килограмма. А в многих фермах и то, и больше. Если все хозяйства так возьмутся, мы обязательно должны в этом году и в этом году выйти своими планами успешно. Хадзеевич, и желаем вам успехов. Спасибо. Мы сейчас находимся в хлебзаводе номер 8 отдела рабочего снабжения железнодорожников. Заведует хлебозаводом директор Лейла Хамадьяровна Валиева. Сейчас находится директор Лейла Хамадьяровна и старший мастер Галина Александровна Ухатова. Лейла Хамадьяровна, какими производственными показателями вы закончили 1993 год? Коллектив закончил хорошими успехами. Мы выполнили план на 104%. У нас, конечно, прирост хороший по сравнению с 1992 годом на 4%. Это независимо от того, что хлеб с каждым днем все дорожает и дорожает. Ассортимент – это чем у нас получается? Из-за чего у нас такие успехи? Из-за того, что все-таки мы работаем над качеством и работаем над ассортиментом. Работаем большинство по заказу, по заявкам. Стараемся обслуживать население по их просьбам. У нас, как сами видите, наверное, в магазинах района наш ассортимент, наш хлеб. Это райповские все магазины наши и Орс. Орсовские, железнодорожников, все магазины наши. И там наш ассортимент хлеба. Вот именно какие магазины обслуживаете, Лейла Хамадьяровна? У Райпо прекрасный центральный хлебный магазин, который напротив универмага работает. Это самый большой у нас магазин. Работаем, обеспечиваем магазин сельхозтехники там рядом. И остальные, как я могу сказать, даже и северная часть, можно сказать, Райповская магазин, северная часть. А Орсовские магазины, все, наверное, уже это знают, жители поселка, шеститашку, как мы называем Орсовский магазин, магазин «Стрела» и все рабочие точки. Также хлеб у нас уходит на железную дорогу, линию обеспечиваем, так как это наш завод является железнодорожным. Галина Александровна, а вот как вы добиваетесь хорошего качества? Вы знаете, у нас отличный коллектив. Давно работаю здесь и со своим коллективом работать хочу еще до пенсии. С директором хлебозавода, со своими технологами, вообще со всем коллективом. Старательные, в основном старательные, поэтому у нас и качество есть. Мы где, значит, подрабатываем технологию производства хлебобулочных изделий. Я считаю, что основной успех у нас качество хлеба – это трудолюбие всего коллектива. А это всем известные нашим жителям города, района, продукция хлебозавода номер 8. Это и вкусный хлеб вот высшего сорта, булочки и ароматные свежие бублики. Вывоз вот вашей продукции в магазины. В наши магазины вывозятся, конечно, транспортом всех торгующих предприятий. У нас своих транспорта пока нет. Хлеб вывозится с утра, с 8 часов до позднего вечера, пока у нас есть ассортимент, пока есть заявки.
И значит, вечером тоже могут прийти забрать вашу продукцию, да? Да. Но а сколько вот так делается или нет? Делается часов до 6 иногда. Летом бывает, иногда даже поздно остаемся. Люди даже перерабатывают, лишь бы отправлять. Хлеб нам. Почему-то после 6 часов остается лишь черный хлеб. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас последние месяца были перебои с первым сортом, сортовой мукой, высшим сортом. Поэтому приходилось делать только к утру, горячим хлебом отправляем белые сорта. А черный хлеб спросом сильно не пользуется, поэтому у нас и залеживается. С вашими вот работниками хлебозавода, тут в основном женщины работают. Сколько человек вот у вас? У нас в коллективе всего работает 60 человек, из них, конечно, процентов 80 у нас женщины. Самый трудный, трудоемкий труд – работа у хлебопеков. Это можно уже понять, вот видя, как работает у нас тестовод. Она у нас работает уже давно. Никола Маскура работает у нас, конечно, долго, лет 15. Сейчас она на пенсии, но все-таки еще продолжает трудиться. Ну, у нас, конечно, можно сказать, что все-таки работают они в тепле. Зарплату не обижаем. Зарплату они получают хорошие. Все-таки еще есть, наверное, то, что все-таки мы помогаем своим рабочим продуктами. Именно. Продаем муки, сахара, масла. Все потихонечку мы им даем, потому что все-таки в магазинах сейчас очень дорого. А мы со своей оптовой цене им продаем эти сырье. Может, и это задерживает, но все-таки люди, коллектив у нас дружный, поэтому, наверное, неохота им идти на пенсию. Идет разделка бараночных изделий. Во главе работает бригада, во главе Шакировой Филюсы Заировной. Она у нас больше 20 лет уже работает. Вместе с ней работают машинисты Харасова Зинфира, Морякова Нина Дмитриевна. У всех стажи очень большие, наравне с бригадирами. 10 пекарь, Бабина Елизавета. Вот сдобные, хорошие булочки выпекают, проходят все через их руки. В январе, конечно, после повышения цен немножко стало туговато. Особенно черный, белый хлеб пошло меньше, намного меньше пошло. И с чем это связано, как вы считаете? Мне кажется, все это связано с повышением цен. Больше, мне кажется, никаких причин у нас нет. Сейчас все-таки на рынке много начали торговать мукой. Люди сами занимаются выпечкой дома. На самом деле, Лейла Хамадрина, последняя ярмарка прошла у нас перед Новым годом, и мы видели, люди в основном покупали муку по 2-3 мешка. Видимо, это и с этим связано, люди теперь дома пекут хлеб сами. Да, это наверное, потому что раньше у нас муки не было, все-таки на продаже мало было муки, а сейчас, как я видела на рынке, и оренбургская мука, и казахстанская мука, все торгуют. Но в магазинах у нас, несмотря ни на что, всегда хлеб, булки, все имеется. Да, независимо от того, что люди пекут, все-таки в магазинах у нас пока есть. Стараемся в ассортименте, согласно заявке, обеспечивать спрос населения. Приезжали к вам на хлебзавод, видели, что у вас есть свой магазин, он именно называется «Горячий хлеб». Хочется, конечно, чтобы такой же магазин был и в центре, чтобы все мы вот могли купить горячий хлеб прямо из ваших фирменных магазинов. У вас нет такого желания? Желание, конечно, всегда есть. Мечта мечтой пока. Но на лето все-таки стараемся строить новый магазин с кондитерским цехом. Как это получится, вот это наша мечта. Пока, конечно, на место вот этого вагончика, который у нас горячим хлебом называется, это портит наш вид. Хотим на это место построить. А там в центре, конечно, было бы отлично еще построить магазин. Вроде я с коллективом вот подоговаривались, все смотрим. Ну, как буду с деньгами? Деньги все решает. Производственные отношения, вот самые большие у нас, конечно, уделяем внимание на кондитерский цех. Все-таки кондитерские горячие булочки прямо с магазина, и это было бы прекрасно. Все-таки наша выдержка своей выручкой. Сбыт был бы, наверное, намного больше. Но сейчас пока вы сами видите, что стараемся переходить на булочные изделия. Кондитерских пока у нас нет, и цеха у нас нет. Но тот завод нас пока выручает, они работают кондитерским цехом. Ну и стараемся улучшить ассортимент. Самое главное – качество. Сейчас без качества мы никуда не сможем идти. Только качество.
Спасибо вам большое за беседу, Лена Хамадеровна. Мы желаем вам в этом 1994 трудном году только лишь успехов.